больше перченого и скандального контента в телеграм-канале «В мире олейника» по ссылке в описании. Я опаздываю! Я опаздываю! Я опаздываю! Ты просто позови, деньги приходите, а потом задай вопрос, какой энергией я могу быть, чтобы быть деньгами? Привет, ребятишки, это «Социальный олейник», проект о мире, в котором живут люди. У нас сегодня немножко необычный выпуск, а необычен он тем, что я бы хотел сегодня пообщаться по большей части с женской частью аудитории, которая потребляет вот мой контент. Получая от вас обратную связь, я все чаще убеждаюсь в том, что все-таки между нами есть доля такого недопонимания, и мне бы хотелось навести мосты между нами, ну или хотя бы начать наводить эти мосты. Мужчинам тоже будет полезно посмотреть это видео, потому что я уверен, у мужчин тоже есть вопросы определенные к женщинам. Мне не стыдно чего-то не знать касаемо женского мира, ведь я не являюсь вашим любимым Марком Бартоном или Сати Дасом или Лобковским, которые все знают о женщинах. Дело в том, что я за всю свою жизнь ни дня не жил в теле женщины и не знаю, что она чувствует, не знаю, какой ее внутренний мир досконально. И мне бы хотелось это очень сильно узнать, познать вот это все дело. Мне очень хочется верить, что, получая обратную связь, вы будете это мне помогать делать. Давайте посмотрим сейчас вот этот ролик. Вот на деньги текут к нам со всех сторон. Повторяю. Деньги приходят легко и свободно. Деньги текут к нам... И у меня возник вопрос. What the fuck is this? К вам сейчас. Ко всем, преимущественно к женщинам. Как вы считаете, кто является подавляющей частью аудитории, которая посещает такие мероприятия? Это должно быть, знаешь, как, здравствуйте, будто вы обожглась. Это у вас должно быть как-то спонтанная реакция. Не подпускайте себе ближе мужчин, вы будете стоить дороже. Я смею полагать, исследуя инфополе, что подавляющее большинство это все-таки женщины. Ну, давайте будем честны, там не Серега же из автосервиса или Константин Валерьевич, там, учитель истории, ходит на марафоны Блиновской по техникам дыхания матки. Правильно? Вопрос второй. Почему в 2024 году, когда общество, мир в целом предоставляет для человека и для женщины в частности огромное количество возможностей для развития, изучение иностранных языков, различные виды спорта, искусства, политика, литература, много всего, вы выбираете вот это? Давай так, просто их позовем. Деньги, приходите. Вот попробуй просто позвать деньги. Деньги, приходите, пригласи их, потому что когда ты их хочешь, ты создаешь нужду и нехватку, и это отталкивает только, да? Ты просто позови, деньги приходите, а потом задай вопрос, какой энергией я могу быть, чтобы быть деньгами, какой энергией я могу быть, чтобы получить деньги с легкостью прямо сейчас, пожалуйста, что потребуется для того, чтобы деньги приходили ко мне. Многие из вас выбирают вот это. Желание. Потому что его бы не существовало, если бы его не удобряли деньгами, вниманием, просмотрами, лайками, репостами и так далее. Это второй вопрос, который я вот хотел бы вам задать. С чем связан ваш выбор? Я хочу также отметить, что здесь нет какого-то намека на что-либо. Вот ты такая, потому что ты дура или у тебя под этим есть какие-то основания? Я не пытаюсь кого-то к чему-то подвести. И я не хочу кого-то здесь вот как-то вот, как сам не хочу строить какие-то теории. И я отдаю полностью вот бразды правления этим вопросом вам, дорогие женщины. Вот эти два вопроса. И вопрос третий. Почему так получается, что основная масса клиентов, вот этих психологов, вот этих вот техник, мероприятий по техникам дыхания матки, по вот, этих, вот этим песнопениям, тарологи, нумерологи. Собственно говоря, человеческая кармическая энергия тоже уходит в заземление. И гороскопы, и вот прочее. Почему основная аудитория – это женщины? Вот этого вот всего.
Никто, как вы, лучше на этот вопрос ответить не сможете. Многим мужчинам это интересно, я вас уверяю. Мне это очень интересно, и я искренне хочу это узнать от вас. Я также хочу попросить вас быть откровенными в своих ответах. Не стесняйтесь, пишите как есть, что вы думаете. Мужчины проклятые виноваты, смело пишите. Если вы считаете, что это все вот классные мероприятия, и на них нужно ходить, и в жопу эту науку, в жопу там все остальное, нужно дышать маткой ходить, и это вот именно является панацеей от всех болезней, тоже смело пишите. Но аргументируйте, пожалуйста, почему. Если ты мне будешь говорить что-то про моих детей, а мой марафон — это мой ребенок. Потому что нужно понимать, да, вот откуда здесь все-таки ноги растут. Три вопроса еще раз. На первый мы с вами ответили, да, что все-таки мы пришли к выводу, что большинство людей, которые ходят на эти мероприятия, это женщины. Второй вопрос. Почему женщины все-таки выбирают вот вместо там каких-то других мероприятий вот эти мероприятия? Я безумно счастлива, сочиняю мечты. Всегда есть миллионы шансов. И третий вопрос. Почему все-таки большинство женщин ходит вот туда? Тренинг «Марафон желаний» был придуман не просто так. Я рассчитываю на ваши конструктивные ответы, рассчитываю на то, что вы прольете свет, и все-таки у нас будет какое-то выстраиваться понимание в сфере наших дальнейших коммуникаций. Всем огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Телеграм-канал «В мире олейника» по ссылке в описании. Проходите, подписывайтесь, там будет много всего интересного. Все, всем пока, пошел! Дмитрий Олейник! Ha 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 ha.